В минувшую пятницу в городе Балаково был большой наплыв посетителей в библиотеку, но балаковцы побежали туда не за книгами и знаниями, а чтобы отдохнуть и повеселиться до утра в рамках всероссийского мероприятия «Библионочь». Тема этой ночи была определена жителями еще в прошлом году. «Игра престолов» по мотивам Александра Блока. Поэтому в каждом сотруднике библиотеки посетители узнавали популярных персонажей сериала. Мы вот хотели показать, что не в сериале именно, а что в книге. Поэтому у нас и называется «Игра престолов», «Песня жизни и разрушений», «Новое прочтение». Здесь каждый может найти что-то свое, что да, сам захочет. И в этом молодые библиотекари оказались 100% правы. В каждой комнате располагались различные площадки с мастер-классами, таверны, где можно было продегустировать полезные напитки, а в самом центре здания каждый мог сфотографироваться на троне. Собрались все гости мероприятия, чтобы посмотреть фаер-шоу. Коллектив артистов дал огня у самого входа в библиотеку и зажег толпу. Ну хорошо, что только в переносном смысле. Выступление моделей также растопило сердца зрителей. Наряды помогают дамам понравиться своим принцам, но после показа приехали не кавалеры на белых лошадях, а рыцари. Мастер-класс по рыцарскому бою мысленно перенес каждого участника в средневековое время. Тело спокойно, полусогнуто, вы именно ждете атаки. Даже дети смогли вдоволь ощутить на себе вес рыцарского шлема, а взрослые пытались надеть на себя все боевое снаряжение. Ну что, не переверись еще, богатыри русские, да? Да. Готовы защищать родину? Конечно. Далее по программе все желающие проходили загадочный и интереснейший квест по всему зданию библиотеки. В каждой комнате хранительницы книг участников ждал герой сериала, загадки, тайны и непередаваемые эмоции. Вам предстоит пройти ряд испытаний на прочность. Для этого следует работать сплоченной командой. Нет, поднимите. Вот ее голова. Пацаны, правильно. Я говорю, Лопникова. Но там все такое загадочное и непредсказуемое. Ты бы хотела в таких квестах участвовать еще? Да, это очень интересно, по-моему. А в заключении квеста король огласил, что начинается вечеринка и пора танцевать. Несколько часов продолжалась дискотека, а затем все, у кого остались силы, собрались в центральном зале и до утра смотрели фильмы. Вот так и прошла «Библионочь» в городе Балаково.